друг друга. Пинск, да? Пинск. Да блин, я уже даже написала, что Пинск. И у меня спрашивают, Пинск? Или спрашивают, ты откуда? Будешь еще, заезжай. Обязательно. Если я там буду, я напишу. Хорошо. Договорились. Минск. Пинск, привет. Здорово. Всем здоровенечко. Минску, Пинску. Или из Пинска, или не знаю. Пинские заведения какие нормальные. Маяк. Потом бранч, потом хинкальный, кто не кушал, допустим, прикольно сходить. Бонус Сфорца. Ну, у кого, ну, неплохо, да. В Муссоне не была, но как бы открылось новое заведение. Ничего, мята, кстати, мята. Так, спать сколько ложишься? Ну, вообще стараюсь до 12 выключить прямой и как бы пойти уже домой. Мне 41 нет шанса. Ну, блин, ты же мне в дядьке богат. Ты мне даже в отцы годишься. Привет, Бухтавля. А районы знаешь? Какие пинские типа районов? Я знаю Снежинцы. Или что? Я не знаю, что. Мята. Ну, я же сказала мята. Ты прикольная такая, веселая. Спасибо. Привет, Светлана. Здравствуйте, Борис. Поликлиника 22 зубы неплохо лечит. Я не знаю, где такая поликлиника. Я вообще поликлинику по цифрам не знаю. Нет, я не в западном районе живу, а что? В Минске на каждом углу мяты тоже. Ну, еще суши файтер на косовке. А, ну, кстати, да. Ну, блин, я там давно не была. Да мне кажется, сейчас проще, ну, типа, на дом суши заказать. No, да, я директор. Поступляю. 26 нормально. Нормально. Так исполнен. Я скажу. Так это реально прикольно. Спасибо. Как в сериалах. Сортира. Что? Домашица. Домашица знает такое. Вика. Что? Видите, даже не оттончает. Что не делаю? Что? Мне зашла атмосфера. Аж плюнула. Что за маяк? Блин! Маяк. Так, бар Тунец на кинопрокате. А, кстати, еще дрова есть. Но в дровах мне вообще не зашло, мне понравилось. Маяк. Прекрасно. Я очень люблю морепродукты. Прямо обожаю морепродукты. И в маяке супер-пупер классно, вкусно. Там такая паста, они пасту сами делают. Блин, вопрос, а какие коктейли? Там так все вкусно, просто я не могу. Гараж, хата, дача, ты на улице. Поздравляю. Я не знаю, что мне надо на это сказать. Ух ты, мужик, там, я не знаю. Даешь, не знаю. Старая графе Бригантина. Да? Собственно, пожалуйста. Я не знаю, как мне просто на это реагировать. Ну, короче, маяк супер. Ну, типа, мне очень зашло с тем словом, что я люблю морепродукты. Мне прям так вообще понравилось. Про коктейли поняла, что там закусить есть. Раки. Там офигенная паста. Салатики всякие. Ну, там основное, ну, типа, там все морепродукты. Ну, вау. Короче, мне это несколько кинопрокатов вообще-то. Ну, возле ЖД. Где там Тунец? Это что? Нет. Это, наверное, суши-бар какой-нибудь, да? Ну, короче, вкусно. Там очень вкусно. Блин, сплю, девушка рядом. Понятно. Реклама сходить пожрать. Ну, тогда возле мамы моей. А, точно, точно, точно. Все, вспомнил. Так я говорю, ну, сходить пожрать суши, ну, проще, мне кажется, домой сходить. Ну, дома заказать суши, типа, тебе их привезут, и ты там кинчик какой-нибудь посмотришь. Лично мое мнение, там, купить вина. Но суши, типа, а вот уже там какие-нибудь блюда, уже можно там в ресторан сходить. Где-то маяк находится, надо сгонять. На набережной. Уговорила, когда пойдем. Ты взрослый, а я с тобой. Куда со мной? Опять ты? Ну тогда остров чистоты бывший.
Все, я вспомнила. Тебе сколько? Мне 21. Вино, суши — это уже романтика. Ну, конечно, 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 фильмец. Люблю кино, я тоже люблю. Когда мы с тобой последний раз пили вино? А, кстати, я пила последний раз у сестры. Это было, мне кажется, меньше месяца назад. А ты не знаешь? Ну, слушай, мы неплохой себе суши как-то так. Не, ну я говорю, типа, дома, там, пиццу, суши можно так заказать, нежели ходить по этим заведениям. Ну, лично мое мнение. А вот уже куда-нибудь ходить. Красотка, спасибо. А в Момо, кстати, бургерная делают. Офигенно, типа, я там была, вкусненько. Вот, как бы так. У нас, кстати, там параграф. У нас много же, кстати, таких кафешек, где не было. Я хочу только тут фигуре настроение, поэтому спасибо. Пиццу лучше сам сделаю. Я, допустим, ну, тоже часто делаю, но все равно, вот, допустим, я работала в пиццерии, я знаю, я типа, умею делать пиццу, все дела. Но вот тесто, оно все равно такое не получается. Оно также не запекается, как бы там ни было, все равно, то есть, как бы, все другое, все, я тут. Я бы поменял. Параграф у нас кофейни в Минске. Здорово. Что с ГГ Орол? Я так понимаю, город? Город в Пензе, Беларусь, Брестская область. Что за рисунок на тату? Рисунок на тату? Поменял фотку. А что ты себе? Габила? Габила? Что? Прости, пожалуйста, я не понимаю. Я не понимаю, что вы от меня хотите. Что это значит? Набила? Что это себе набила? Просто вот розочку красиво набила. Набила. Набила на тату. Нет, я тату набила на теле, а не набила. Как я могу набить на тату? Это если перекрывать, то есть набить тату на тату. Логично? Логично. Но я же не перекрывала, то есть у меня просто тату на теле. Тату на теле, как офигели все, когда узнали, на кого запал. Рисунок солнца. Красиво, раз, спасибо. У меня тоже есть 4 татуировки. Классно. Мне, кстати, нравятся мужчины с татуировками, когда у них такое тело там. Есть. У меня как минимум здесь есть, у меня маленькая под грудью, на животе есть. Смотрите, видали? Видно немножечко. No, tattoo. Ну, шрам. Oh my god. На это. Набью себе тату. На это. Набью себе. Красивая розочка, спасибо. А я все видела. Анна, не сдавайте вы меня, пожалуйста. Пожалуйста. Хочу набить тату, но немного скачу. На лице и сердце. Я так понимаю, оставишь мне голову. Ну, в смысле оставлю? Иди кушай, пожалуйста, покушай. Привет, здоров. Ха-ха-ха. Что и. Без тебя грустно будет. Тьфу. Кому можешь посоветовать хороших мастеров? В Пинске Владик. Я не знаю других. Я знаю только Владик, потому что я сама у него набивала. Это, в принципе, ну, мы раньше хорошо общались до того, как у него он женился. А, вот. Как бы так. А, все, в общем, пойдем пить кофе. Привет, здоров. Бит. Я не умею. Блин, в принципе, вообще далеко. Ну, что ж делать? Да блин, ты сначала меня засирал. Типа, не смущает, чувак? Ну, тут уже... Как найти в сети бот? Если ты сидишь в Инстаграме, то введи на английском контур студио. Через контур, потом нижнее подчеркивание, студио. Если в ВК, можешь найти его, он подписан Михаил Рыжков.
там стоит пенсия, все дела, на вид у тебя рост не более 160. Я 160. Откуда ты? Город Пинск, Беларусь, Брестская область. Да, 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 да. А что ты лыбу даешь? А, тут сначала я 177. Вообще, бы желательно там какие-нибудь там 185, 190. Бля, 179. Там, типа, такие высокие. Почти угадал. Сейчас на статье выгляну. Ну, хорошо.